Привет! Рада вас видеть на моем канале. Давненько у нас не было с вами выпусков. И почему их не было? Потому что я просто их не снимала. И мое пребывание в Беларуси уже сейчас подходит к концу. И здесь я тоже, можно сказать, ничего не снимала. Это вот первый раз такая включенная камера, которая видит меня. Единственное, что она здесь видела за все это время... Давайте берем музыку, на всякий случай, чтобы мне было лучше слышно. Я тут занимаюсь творчеством, можно сказать. Сейчас вам расскажу, каким. Вот, под эту спокойную музыку, потому что за окном льют дожди. Собственно говоря, что меня и подвело к тому, что я все-таки решила хотя бы один выпуск доснять за всю эту неделю здесь. Собственно говоря, до этого моя камера видела только перелетных птиц. Это то, что меня действительно очень сильно здесь прям так зацепило, скажем так, за этот приезд, потому что я приехала в Беларусь, в деревню, как раз в то время, когда перелетные птицы улетают в более там жаркие, теплые страны, и это настолько красиво, это такие косяки, они так курлычут, так кричат, и их очень-очень-очень много. И мы все думали, гадали, кто же это. То ли это журавли, то ли это какие-то утки, лебеди, гуси. В общем, непонятно было, кто. Вот. Я снимала их так издали в небе. А вчера я пошла, наверное, первый раз так вот прям вечером прям прогуляться. Почему гуляю в этот раз мало? Ну, на это вообще много есть причин. Одна из них — это погодные условия. Как только я приехала, просто начался дождь, то есть я ехала, было такое солнце, а потом похолодало, начались дожди такие сильные-сильные, вот, и ветра, начались ветра, и ветра были такие, что просто выключала несколько раз в деревне свет, ломала деревья. Когда я приходила на кладбище навестить Мишину могилу, да, как бы Мишу там просто... Слава богу, что все венки на его могиле устояли. Это чудо, потому что, вот, да, которые искусственные ставят, потому что практически все, что были, ну, вокруг, цветы, там в каких-то вазонах, у кого-то что-то там украшено, в общем, эти же венки, они просто все вот так вот, как лилии, там пораскрывались, все это поулетало. Ну, ветер был очень и очень сильный. Вот, к счастью, Миши все стоит на своих местах, все уцелело. Вот. Собственно говоря, в такую погоду особо и не поснимаешь. Вот, и было пару таких спокойных, прям очень классных дней. Светило солнышко, даже можно было вылезти из теплой куртки, жилеточку одеть с кофтой. И эти дни я провела с девочками. А, да, забыла сказать, с чего началось, что я успела к день рождения Наташи. Но это, я думаю, что вы уже видели. Короткий ролик. Один он сейчас загружен на YouTube, остальные я не знаю, когда загрузится, потому что сегодня возникли некоторые трудности с YouTube. В общем, он просит в целях безопасности подтвердить владельца страницы, а я не могу его сейчас подтвердить, потому что моя российская сим-карта выключена, здесь белорусская сим-карта действует. А пока я не подтвержу, собственно говоря, я не могу делать никаких действий, даже на комментарии не могу ответить, то есть на комментарии могу отвечать через телефон, а так как мой телефон не поддерживает Google, чему я до сих пор не нарадуюсь, загружать видео через телефон я не могу, я могу только отвечать на комментарии. Вот, такой обходной путь, по-моему, как-то он там Google, YouTube Home, что-то такое называется, в общем, можно только делать просмотры.
Такая ситуация, поэтому видео пока только на Дзен будут выставляться. Вот одно видео я выставила на YouTube, успела с Наташей, второе не успела. Господи, мне кажется, много чего вам есть сказать, представляете? Я прям скачу с темы на тему, я даже и подумать не могла. Вот, поэтому пока будет на Дзене, заходите в Телеграм. Вот, в Телеграме, собственно говоря, мы практически каждый день общаемся, стараюсь какие-то фотки, видео, что-то такое выставлять. Что еще, что еще? Что еще? А, так, да, собственно говоря, были два теплых дня, и эти теплые дни я проводила, да, как бы, хотя можно было бы на природе что-то там снять, природу поснимать, я проводила с девочками, мы там с Леной чуть-чуть на огороде у нее побыли, потом пошла к Светлане, мы там что-то там чуть поделали. В общем-то, и не хочется напрягать, там бегать с камерой, и вообще, ну, хочется просто побыть в моменте и не смущать людей, да, и просто побыть с ними, что-то поделать вместе, вот, хоть чем-то быть полезной, потому что я постоянно приезжаю, и мне там, не знаю, наверное, потом сниму какой-то ролик по-любому, в Телеграме уж точно будет, меня всем задаривают, то есть мне уже там возьми морковки, картошки, тыквы, я набрала просто много-много еще желудей, каштанов, и у меня столько всего уж с собой, что, мне кажется, мне пора менять машину на более крупногабаритную, потому что мою малышку скоро это просто все не будет влазить. Вот, а пока были такие ветреные-ветреные дни, собственно говоря, я и занималась, и утро были такие, блин, такие были очень морозные утренние дни. Вот, я занималась сбором каштанов, желудей для того, чтобы для в зиму были вот все необходимые природные элементы декора, вот, и, в общем-то, что можно было поделками заниматься. Вот так и проходили мои дни. Так, я думаю, как лучше разбавить мою болтовню, сейчас вам показать, что я делаю, или поболтать еще с вами. Я знаю, что тебе сейчас скажут, давай, говори дальше, мы соскучились по твоей болтовне, а другая уже говорит, сколько можно, зануда. Вот, вот. Почему я вообще не снимаю в этот раз, как раньше? Просто скажу, как бы на меня многие как бы, ну не то что обижаются, а говорят, Таня, вот, Нине большой привет, вот мне даже Нина пишет, вот, Осокина, что говорит, Таня, так нельзя, нельзя столько времени не выставлять видео. Ну, понятно, что можно, да, потому что это не моя работа, и, в общем-то, у меня нет строгого графика и обязательств, это мое хобби. Слава богу, которое иногда приносит бонусы. Даже материальные, вот. Спасибо всем за это, кто участвует в днях рождениях и просто иногда делает приятно, и сюрпризы. Вот, не тот настрой, то есть я обычно еду в Беларусь, и у меня даже, знаете, когда такое чемоданное настроение, я утром встаю и знаю, что да, есть один день или полдня на сбор, и я прям такая, вау, круто, начинаю собираться, и думала, что в этот раз будет, ну, хотя бы примерно так же, но когда я проснулась, я вообще даже не хотела вставать в этот день, я вам честно скажу, я была удивлена сама себе, потому что я реально не хотела просыпаться. У меня был такой внутренний конфликт, то, что с одной стороны я хочу поехать, я хочу успеть Наташу поздравить с днем рождения, хочу всех повидать. Тут есть как бы рабочие моменты, и что-то нужно забрать, что-то нужно привезти. И... Но вот это вот такое состояние образовалось, что а чё ты туда едешь? Там нет Миши. И то есть, видимо, мои вот эти страхи на подсознании, что как я буду переживать возвращение сюда после того, что было, вот, они прям все повыползали. Они все повыползали, и даже не хотелось просыпаться. И так мне понадобилось полдня, чтобы разгуляться, и так, знаете, в чувство себя привести. И все-таки собраться и понять, что надо ехать. Надо. И, знаете... Все лучше, чем я могла предположить, в том плане, что приходишь, как бы, да, я привезла какие-то там подарочки, с лампадой вообще был прикол. Такую высокую лампаду привезла, там такая высокая свеча, и, значит, я приезжаю первый день, сразу иду на кладбище, зажигаю эту лампаду, и время было где-то 15:30. Был день, когда я приехала, и, значит, все потом следующий день наступает, я в каких-то там делах, потому что первый день, да, как бы он такой полусонный, и хочется уже что-то успеть куда-то бежать, что-то сделать. В общем, это был день рождения Наташи, надо было докупить подарки, съездить в город,
Значит, я приезжаю и уже думаю, успею. Не успею я к Мише сегодня на кладбище забежать, как-то стыдно, думаю, хочется свечку поменять, новую зажечь, потому что это так красиво, когда, ну, как-то ты идешь мимо, а там огонечек светится, да, как бы даже ночи, а там какой-то вот свет горит. Мне очень хочется, чтобы этот огонечек светил, пока я здесь. Вот, он как-то, ну, мне точно он греет душу. Вот, я такая иду мимо и думаю, ой, не знаю, успею, не успею до темна сегодня зайти и зажечь. Думаю, я постараюсь. И получилось так, что Наташа сильно задержалась и не успела дойти до кладбища и зажечь. И мы, значит, обратно идем. Наташа меня провожает, чтобы я одна мимо не шла. Ну, как бы там до угла, да, как бы до усадьбы, мимо кладбища. И мы идем, она такая говорит, Таня, Таня, смотри, там горит огонек. А я понимаю, что прошло больше суток. То есть прошло там сутки и там, ну, 5 часов, да, время было около 8 вечера, и огонек горит. У меня был такой шок, если честно. Я вообще не думала, что эти лампадки и вот эти лампочки из прессованного, по-моему, так, парафин, да, кажется. В общем, прессованный такой парафин и в длинной такой вот, ну, пластмассовой колбочке вот эта вот свечка внутри вставлена. Я не думала, что она столько горит. То есть я вообще не знала тогда. У меня был такой шок. Я не понимаю, мне радоваться или бояться, почему огонек до сих пор горит. Я потом пришла, начала гуглить, и, значит, ну, оказалось, что они горят 40-60 часов. Именно вот такого плана лампочки, это нормально, вот. Но я вам скажу честно, я испугалась, вот. Классные вообще лампады, всем очень рекомендую. Не так дорого стоят, но очень-очень красиво смотрится. Вот, а здесь как бы кладбище рядом, ходи каждый день, эти свечки ставь, они будут как бы сутки напролет гореть. Вообще здорово. А, вот, что еще? А, еще, кстати, потом на эту тему, когда разговаривали, у Лены сын в Польше, значит, работает, и рассказал такую интересную вещь, когда рассказал эту историю с лампадой, может, вам тоже будет интересно, я этого не знала, в Польше вообще очень здорово сделано, там, значит, на каждой могилке, на кладбище установлены с солнечными батареями такие, как бы, тоже светильнички, да, и когда темнеет, на каждой, абсолютно каждой могилке загорается лампочка. Это как множество таких фонариков, светлячков. И он говорит, они были вместе с другом, и говорит, мы не поняли, что это кладбище. То есть это настолько красиво и столько огонёчков. Ну, то есть, а потом уже как бы, да, поняли, что это кладбище. Но это вообще, на мой взгляд, очень интересно. Это как-то сразу другое ощущение и отношение, да, кладбище, мне кажется, вызывает как-то более какое-то светлое, скажем так. Вот. Такая вот история была с лампадкой. И в целом, как бы, моя поездка, она какого-то чуть другого настроя, да, если я раньше прибегала, и тут как бы бегала с камерой, погода, как бы, то и все, и как-то, то сейчас она у меня какая-то такая более спокойная, более продуктивные в плане там каких-то сборов, я думаю, как я там буду какие поделки делать, чем-то занимаюсь постоянно, много общения с людьми, у меня дорогими и близкими, потому что понимаю, что я в этот раз не зависну здесь, да, как, к примеру, прошлой зимой на полтора месяца, что скоро уезжать домой и хочется прям вот именно пообщаться. Вот, что еще было интересного? Было прикольно второй день. Сейчас хочу вам это показать, это вообще было смешно, в Телеграм я все это выставляла, но как бы так, ну, отдельный шорт сделать, наверное, я посчитала, не имеет смысла. Это надо было более прикольно все это рассказывать и снимать. А это было так неожиданно. В общем, значит, по-моему, это был первый день или второй. Нет, это было уже позже. Машина уже успела постоять. В общем, мы идем с Юлей к моей машине. Подходим, а на переднем сиденье просто сидит мышь. Иду я в машину, а меня там уже ждут. Приветики! Вы когда-нибудь видели такое? Я думаю, пойду возьму кроссовочки. А она говорит, какие кроссовочки? Все мое, все мое. Главное, сидит такой пассажир, ждет водителя, так да? Она даже, да, как будто мы сейчас поедем, она даже не боится. Так, а, ты пришел разобраться, рыж, иди, давай, тебя первого запускаем. Смотри. Чувствует. Что делает-то вообще? Как его гонять оттуда? Нет, Тань, посмотри, это вообще очень серьезный момент. Потому что если он тебя начкарится, будет... Если сдохнет и вонять? Ну, Юля, нет! Извиняюсь, если я это говорила. Подожди, надо что-то придумать. Стой. Что делать? Надо придумать. План, план. Юле нужен план.
Я предлагаю что-то посмотреть. Улыбается Таня, глянь. Ну, конечно. Мне кажется, ей хорошо здесь. Может, это не мышка? Это какой-то... Даже как-то неловко и беспокоит, да? Открывать, заходить, что-то брать. Таня, это не мышка. А кто это? Я не знаю. Это как не мышка? Мышка. Она просто какая-то больная, мне кажется. Ну, мышка же. Ну, какая-то моська такая короткая, ушки торчком. У нас... Сидит такая непринужденно, умывается что-то там, причем видит нас, посмотрела дальше. Я думаю, вот это да, это, знаете, просто там пассажир ждет, когда мы поедем. Такое интересное, знаете, максимальное вообще такое вот слияние с природой, когда в машине тебя ждет мышь. И мы думаем вообще, что с ней делать, как ее оттуда, значит, выкуривать. И тут появляется местный пастор. Вот, и просто помогает нам ее в доли секунды из машины убрать, а рядом была уже кошка, которая с радостью ждала, в общем-то, когда эта мышка окажется на улице, и кошка хватает мышку и бежит с ней, и дальше я понимаю, боже, как жить дальше, я не смогу как бы вообще дальше жить сегодня с мыслью о том, что эта мышка умерла из-за меня, как бы, да, потому что мы ее выкинули из машины, и кот ее сейчас сожрет. И потом я 5 минут бегала за котом, поймала кота. В общем, мышь была живая, потому что они сначала просто играют с ней, как бы у них нет цели поесть, вот. И, в общем, мышь осталась живая, я посмотрела, как она убежала в лес, успокаивала кота, гладила. Вот, это не самая лучшая практика, потому что кот может подумать, что не надо ловить мышей, потому что, ну, все равно от нему, да, как бы, чтобы, ну, как бы в этом плане плохо, да, я поступила. Но я надеюсь, что этот один раз он не повлияет на весь дальнейший исход событий. Вот, все, я вам наговорила, мне кажется, уже больше, чем надо было. Давайте я вам покажу. Покажу, что я сейчас делаю. Я вообще понимала, что это будет очень кропотливый процесс, но я не понимала, что он будет у нас только кропотливый и долгий. Ну, вообще здорово, включаешь какую-то такую спокойную, знаете, вот такую вот музычку, как я это делаю. Берешь клей, сейчас я все это приближу, вам покажу. Берешь желуди и полный вперед. Вначале я вам хотела бы показать вообще, что это за желуди и насколько они разные. Я увидела сначала вот эти вот желуди. Сейчас я вам буду показывать. Вот такие вот толстенькие, с красивыми такими вот шляпочками. Вот, няни. Так, сейчас наша камера сфокусировалась. Так, надеюсь, что видно. Вот такие вот желуди. И думаю, какие они большие, какие красивые. Думаю, таких вообще никогда не видела желудей. Ну, просто такие они какие-то широкие, толстые, такие плотные. То есть, ну, я до этого смотрела возле нашего, думаю, сейчас я вам покажу этот желудь. И такие, думаю, все покоцаем, буду даже собирать, ну, нет смысла. А эти вон какие красавцы. Собирала я их. Потом познакомилась с дворником. И он говорит, а вы знаете, там за углом есть тоже желуди. Очень длинные и красивые. Я говорю, да ну, говорю, обычно они там все разваливаются. Он говорит, нет. Вы, говорит, посмотрите, сейчас я вам покажу, друзья. Это просто, конечно, что-то с чем-то. У них тоже тут и шляпочки есть такие отдельно. Так, просто для сравнения. Так, давайте целый возьму, который я уже склеила. Вот, видите? Какие они длинные. То есть вот этот крупный желудь с обычным, очень крупный. А там вот такие вот длиннющие лежат. Видите, как гильзы какие-то вообще просто. Я таких желудей не знаю. Это вообще, что это за дуб. Может, он какой-то тоже особенный. Либо он молодой. В общем, я таких желудей больших и длинных. Видите, какой он, с моей рукой. Вообще никогда не видела. Сейчас вы будете смеяться. Вот это дуб. Господи, дуб-желудь. С обычного дуба, который растет вот у нас в деревне. Вот. Положу его сюда тоже, чтобы было наглядно, видите? Вот этот малыш, это обычный дуб. А вот эти, то есть мне просто с ними как-то невероятно повезло, я вам скажу. И вот я их все, значит, собрала, просушила их. Я думаю, что они уже готовы к тому, чтобы продолжать следующие действия. И что надо делать дальше? То есть их надо склеить. Плюс их надо, они, знаете, таким вот покрыты, сейчас я вам покажу, видите, как бархатом покрыты, и надо каждый еще брать и вот так вот, ну, то есть этот бархат счищать с них,
потому что его очень-очень много. Смотрится он как бы, ну так себе. То есть поначалу я его не счищала, оставляла. Сейчас начала уже счищать, потому что мне кажется, без него куда лучше. Но я понимала, что будет процесс долгий, ну, как бы, да. Думаю, каждую взять, склеить. Но это ладно. Надо же еще узнать размер, потому что я смотрю в интернете, там какие-то готовые поделки, мне было интересно глянуть. И вот люди, знаете, берут, вот, я не знаю, ну, лучше потратить время, чтобы все было красиво. К примеру, берут большой такой вот колпачок и кладут туда какой-нибудь там, ну, даже не такой, а меньше желудь, даже не знаю, как он, с чем сравнить, но, в общем, там полное несоответствие, знаете, вот так вот. И такое расстояние, но это же просто некрасиво. Вот, а я сижу и подбираю, чтобы вот он прям был по размеру. То есть я теперь каждый чищу. Представляете вообще себе? Что это за процесс? То есть даже вот, видите, этот маленький. Следующий надо брать. Не знаю, там уже можно и колпачок другой взять. И вот просто сидишь, это целый процесс. Я не знаю, сколько у меня времени вообще уйдет на эти поделки, на эти работы. Даже не могу предположить. Вот видите, то есть это вообще... Ну, нет, это вот на всем побольше. Но вот это более-менее. Это целый процесс, друзья. Ох, серьезный. Серьезнее, чем я могла предположить. И вот так вот я почистила. Беру клей. Сейчас, наверное, может, вы удивитесь, что я, ну, с моментом работаю. Почему момент? Можно горячим клеем, но пистолет как бы у меня дома. Просто вот на моем опыте, да, это быстро, это удобно. Вот этот горячий пистолет, да, и горячий клей, он держится. Но дело в том, что он держится определенное время. То есть, грубо говоря, ты потом эту поделку там продал, подарил, себе повесил. И потом тот клей, он со временем все равно отлетит. О, красавчик. Готовый. Сразу другой вид. Вот. Он все равно потом отлетает. Отлетает, клей остается отдельно, все, ну... Детали отдельно. А мне хочется, чтобы это действительно, ну, было долго. Сейчас как нанюхаюсь. Ну, в общем, вот так вот. Если вам за 40, у вас нет детей, мужа, и вам вдруг нечем заняться, включаете себе лекцию, какую-то прекрасную музыку, набираете жути. И полный вперед. Я шучу. Ну, вот мне это занятие, на самом деле, очень нравится. Вообще, думаю, такая погода, думаю, так грустно. Думаю, что я буду делать вообще в эту погоду. Сейчас используем то, что вытекло. А потом думаю, у меня же желуди, слава богу, на усадьбе был клей. И все. Сейчас покажу фотографию, какой там уже был в итоге улов. Вы же в ролике-то видели самое начало и на фотографиях в Телеграме. А потом ряды там пополнялись. Красота. Вообще душа радуется, как подумаю, сколько всего отсюда увезу. Да, можно даже с вами, может, в баньку сейчас прогуляться, посмотреть. Я там вчера уже по ящикам все разобрала. Заодно разбавим наше с вами видео. Пойдемте, сейчас вам покажу, сколько всего набрала. Кошку видели, сколько у меня здесь. Это то, с чего я начинала. Вот первый поддончик, который я собрала. И вот это вот как раз те самые крупные, но их не так много, видите. Потому что этот желудь, ну, он... менее прочно, что ли, они больше трескаются, и найти целый достаточно тяжело. Это я вот по двумя такими дубами с крупными желудями гуляла, и вот целое это только вот это все, все остальные они уже поломаны, либо, знаете, в них вот, если будете собирать кто-то, обязательно смотрите, чтобы не было дырочек. Вот бывает такой желудь, одна маленькая дырочка, знаете, в нем, это все, пиши, пропало, значит, там уже червяк устроился. Вот, размножается. Я один раз так вот собрала желуди, оставила в пакете ненадолго, несколько дней. А потом открыла, вам полный червей и желудям хана. Поэтому сразу, конечно, лучше их просушить. Ну, пойдемте в баньку прогуляемся, посмотрим ящички мои с добром. Сейчас как раз оцените погодку. У нас сырость такая, в такую погоду, знаете, хочется какой-нибудь фильм хороший, вот, либо творчество. Чаек горячий, ну, хоть дождь уже не льет. И сидеть в тепле. Кстати, один из первых дней приезжаю, а вот там вот в лесочке, тоже сразу получается, с номера выходишь, и ты в лесу. Ну, прям вот здесь вот ходит женщина и спокойно маслята себе срезает. Я говорю, вот это да, прямо из-под носа уходит.
Прям, знаете, с тем, как я люблю грибы, было тяжко смотреть на это. Но я пережила. На днях тоже пойдем за грибами, так что надеюсь. Вот, наберу и наслажусь ими как следует. Мне так нравится, что все рядышком, все так удобненько. Сейчас мы с вами в баньку здесь проникнем. Там сейчас сушечка такая, вещи сушатся. Вот, и ящички стоят. Пойдемте. Все, свет включил, но освещение не самое сильное. Надеюсь, вам все-таки что-то видно. То есть у меня вот ящик небольшой здесь с желудями. Потом вот такой вот, не маленький, я вам скажу, здесь желуди и крышки. Потом вот ящик большой сверху еще. Тоже, ну, тот же получается красный дуб. А, кстати, я вам не сказала, это же толстый, это красный дуб. Как сделать, чтобы было видно-то? В общем, это красный дуб, а те дубы, они, ну, обычные, в общем, где длинные желуди. Так, вот такой вот огроменный просто, я даже не знаю, но он очень тяжелый ящик с каштанами. Вот они. Красавчики. И главное не пересушить, потому что вот полы теплые, сушили здесь, и они, знаете, долго лежат и начинают просто, ну, трескаться. Хотя в интернете смотрела, многие сушат при 80 градусах. Вернись в духовке. Но я не стала так рисковать. Вот. Юля предложила отличный вариант теплых полов, которым я и воспользовалась. Вот. Ящик еще каштанов. Смотрите, какой урожай. Вот здесь вообще хочется, конечно, чтобы вы их увидели. Как-то тут такие малютки. Видите? Это прям мини-мини-мини такие шишечки, которые, ну, желуди не дозрели. Они такие красивейшие, из них глазки хорошо делать поделкам. Или просто, знаете, облеплять какие-нибудь вазоны ими. Да много чего можно сделать. Вот, супер. И еще вот такой вот здоровущий пакет с каштанами. Вот. Такой нынче улов. Я должна вам сказать, в общем-то, очень-очень даже неплохо. Ну вот, в общем-то, так и живем. Делаем запасы на зиму. У меня еще остался видеоматериал с монастыря, который хочется вам тоже показать. Помните, когда вот праздник был, мы поднимались на колокольню. Там снимала, до этого снизу что-то снимала. Всяких птичек-воробушек и вообще. Есть какие-то кадры определенные, которые хочется вам все-таки показать и сделать из этого фильм. Думала, что приеду сюда и будет время, успею. Но пока его не было. Я как-то так прекрасно провожу вот время вот с людьми. Даже, знаете, вот я очень давно не смотрела телевизор, но мы вот уже несколько вечеров со Светланой смотрим один сериал, и не могу сказать, вот, что мне нравится сам сериал сильно, да. Ну, интересно, конечно, затягивает. Есть плюс у телевизора, который я вспомнила. Это отключка мозгов полная, это просто вот полное погружение, и ты ни о чем не думаешь, расслабляешься прям. Я не знаю, может быть, иногда надо ни о чем не думать. Ну, смысл в том, что вот Светлана тут прекрасная женщина, но ее нельзя, к сожалению, снимать. Вот. И дом, хотя много чего, ну, в общем, смущается, хотя будут короткие ролики, и были, вот, хотя мало почему-то это видео посмотрела, вообще совершенно прекрасно есть видео, что-то там было связано с рыбалкой. Название, вот, там муж Светланы Леонид рыбачит, и просто такие восхитительные виды, просто божественные. Вот, и в этот раз, когда я была, значит, они разрешили снять ролик про то, как бархатцы перерабатывают, а они как их используют по назначению, скажем так, не просто выбрасывать, а что можно с ними сделать для удобрения почвы, для пользы. Вот, будущего урожая и так далее. Вообще, очень много полезного рассказывают. Вот туда приходишь, и хочется из всего снимать блог, знаете. Ну, в целом, как у Наташи, у Лены, ну, не знаю, все по-своему очень интересные. Вот. Но за эти дни вот мы с Светланой так плотно общаемся, и столько всего интересного рассказывает. И как георгины, как бы, клубни убирать, которые многолетние. И как это, и как то, и как вот с чесноком лучше быть, когда его посадить, и почему. И то есть такие какие-то моменты узнаю, которых я этого не знала. Вообще так все там интересно. И дом такой интересный, настолько уютный. Вот, я один вечер осталась, собственно говоря, монтирую это я видео по вечерам. Я думала, что я здесь этим, наверное, займусь. Но я решила просто быть в моменте и
как сказать, кто-то там меня стебал в интернете, на ютубе, говорит, о, перетрудилась, или что там написали, пора и отдохнуть. Ну, с подколом, я так поняла, это написали, если не так, то простите, но я это восприняла как подкол. Но на самом деле за последние 2,5 месяца, ну, как бы на что я сама пошла, и чему я очень-очень рада, что, в общем, это даже здорово, чем сложнее мне было, тем даже я отчасти больше радовалась. Вот, думаю, значит, тем продуктивнее, и слава богу за все. Вот, но 2,5 месяца я провела практически без выходных, у меня был один выходной, потому что я заболела и как бы дала себе такой вот передых, что-то, конечно, я все равно делала, потому что я была дома в тот выходной. Вот, но в целом у меня каждый день был занят, а выходных не было. Я была то в монастыре, то на работе, то в монастыре, то на работе. Вот, и да, мне реально нужен отдых. И вот у Светланы один вечер как раз я осталась дома. Она говорит, а мы сериал тут смотрим, прикольно, начала рассказывать. Я думаю, дай-ка я останусь. А дом, знаете, такой уютный-уютный, такой маленький, хорошенький. Даже если это маленький, но какой-то такой вот... Светлана очень любит делать своими руками, и хочется вам показать. Белка за окном, боже мой, какая хорошая. Стойте, может, я успею снять. Что-то есть. Так, ну, по идее, она где-то там была. А, вот, видите, качнула, она уже спрыгнула. Ну, какая, пошла на другую. Знаете, как тяжело за ними следить. Во-во-во. Вот она. Ура! Ты моя хорошая. Смотрите, сидишь так вот из номера, видишь белку. Все, ушла. Так. Хочется ее еще снять хоть чуть-чуть. А. Ты не ты. Она. Что-то ест там. Все. Нашла себе какую шишку. И точит ее там зубками, видите? Прекрасно, можно даже не выходить из комнаты и снимать, так сказать, дикую природу. Как ветер ее качает, но она держится. Ну ладно, оставим белку в покое. Пожелаем ей приятного аппетита. Я же забыла, тебе говорила. Продолжу свою почти связанную речь. Что хотела сказать, что вот Светлана очень любит все делать своими руками, знаете. Какие-то вазочки, салфеточки, что-то вязаное, что-то там покрашенное, цветочки стоят. И в таких все, знаете, коричневых тонах. И потолок такой, то есть достаточно низкий потолок. И такое дерево, прям такой брус, такой коричневый. Ну, в общем, очень уютная атмосфера. Там креслице стоит возле печи. Светлана меня укрывает пледом. Перед этим мы пьем чай со вкусняшками. Вот. И мы смотрим сериал, и я говорю, как бы, да, я давно не смотрела телевизор, но в целом в такой атмосфере мне без разницы, что смотреть, потому что важна сама атмосфера. Я по вечерам хожу сейчас вот к Светлане, мы смотрим вместе сериал, пьем чай, чудесно общаемся, вот, большое спасибо. Ну и вот так прожу свое время, думаю, успею я видео смонтировать. Ничего страшного, может, вы по мне соскучитесь, и наоборот, будет больше просмотров. Вот. И вообще хочется поблагодарить всех. Всех, кто есть в Беларуси, абсолютно, потому что до сих пор думаю, какое-то чудо, что могу приезжать на эту усадьбу, на Медвежью Завалу, жить здесь, снимать. Благодаря этому я могу всех видеть, со всеми взаимодействовать. Кладбище через дорогу, я могу ходить каждый день. Вот, и это очень здорово. Вообще, спасибо хозяевам усадьбы за то, что вы есть, за то, что вы меня любите, принимаете, ждете и рады мне. Вот. Спасибо за все, за все возможности. И вот, вообще всем спасибо, что вы есть. Вот так. Ну, вроде все я вам сказала. Не буду вас уже дальше забалтывать. Сейчас, не знаю, может быть, в конце вмонтирую, либо я вам уже это показала до этого. Может, и завершу этим диких гусей, потому что... Там еще был дикий кот, кстати, на поле. Дикого кота еще сняла, точно. Thank you.
диких гусей я вообще увидела первый раз. Я видела таких вот обычных, да, а вот это, знаете, какие-то сказки для меня сразу, гуси-лебеди, вот это вот перелеты. Кстати, знаете, что я за первую поездку ни разу не видела лебедей. Это очень странно. Видимо, вот эта парочка, которая здесь постоянно паслась на этом пруду и речке, она, видимо, первый год куда-то улетела, либо они просто место локации здесь поменяли. С ней всегда остаются, а в этом году я лебедей сейчас не увидела осенью. Зато мне повезло попасть именно вот... Они, видимо, в октябре прилетают, а я вот именно в этих датах не была вот увидеть прилетных гусей. Я еще не смотрела на видео, получилось мне их снять или нет, потому что только подходишь вот чуть ближе, а они еще далеко, и они уже вух, все. А хочется, знаете, ну хотя бы хоть как-то более-менее детально их снять. Ну, если я смогла это сделать, значит, увидим. Я еще не знаю этого. Вот, но, знаете, уже было, уже темнело. Я надеюсь, что все равно вы, как сказать, хоть чуть-чуть проникнетесь этими кадрами, потому что я вот этим чем-то диким очень прониклась. Их очень много, они так интересно себя ведут. Ну, вот для меня это было очень-очень ново, и я прям с такими, знаете, когда вот что такое происходит невероятно, как бабочки прям внутри, вот с этим ощущением, я прям шла по этому торфяному полю, понимала, насколько чернеет вся моя одежда, обувь, но продолжала идти, потому что я хотела просто быть ближе к этим гусям. Вот, ну, вот так вот. Люблю вас, обнимаю, спасибо, что вы со мной, что вы ждете выпусков, это очень приятно. И слава богу за все. Будьте счастливы, здоровы, цените каждый момент своей жизни, абсолютно, абсолютно каждый, радуйтесь всему. Творите все, что душа пожелает, и без разницы, сколько вам лет. На самом деле, любое творчество, даже склеивание вот этих желудей, оно настолько заряжает, настолько радует и какую-то такую внутреннюю гармонию дарит. Может, потому что еще какие-то природные материалы, ты просто смотришь и думаешь, как Бог все это создал вообще, да? Была там семечка, был желудь, выросло целое огромное дерево, которое прям дало вот эти плоды, вот эта крышечка, это какое-то произведение искусства. Ты думаешь, какое же разнообразие в нашем мире. Мы, возможно, к нему привыкли, но если вдуматься в каждую деталь вообще, как вообще Творец мог создать столько всего. Вот я не перестаю восхищаться, я вам честно скажу, какие-то цветы смотрю, деревья там, все, не знаю, вот эти вот, как они называются, каштаны, их узор вот этот вот древесный, невероятный. И я думаю, как можно было столько всего придумать и создать. По мне, это уже чудо. Вся наша жизнь – это чудо. И пока мы здесь, давайте будем радоваться этой жизни, каждому ее мигу, любить друг друга, благодарить за все и обязательно прощать. Все, обнимаю, целую. Пока-пока. Будьте здоровы.